Прибежала белка. Пенсионерка, где она? Иди сюда, солнце. Солнце. Я, говорит, здесь, говорит, уже. Я, говорит, сама все знаю, говорит. Единственная проблема, тут белка бегает. Тоже кедряшки подбирает. Ты давай повернись к народу. Повернись к народу. Вот. Повернулась я к народу. Ты в какой-то гадости ты. Это ты в чем такой вообще всем? В чем ты такая? Пузико у нее, ух, какое пузико у тебя, солнце. Я тут насыплю кедряшек для другой белки. Та белка тоже хорошая, ласковая, просто прелесть. Вон та вон, я имею в виду. Иди сюда, солнце, давай. Вот. А это недовольная, я говорю, недовольная, нет. Ну, я положу ей вот сюда вот орешек. Возьму. Возьми вот это вот давай. А ты в какой-то гадости, слышь? Ты в какой-то гадости вся. Это что такое? Солнце. Надо почесаться, говорит. Да ладно. Как не зайду, говорит, с любой стороны орехи лежат грецкие. Это что такое? Ты давай запрыгивай сюда. Давай запрыгивай сюда. Только не пугай мне вот эту белочку. Вот эту белочку. Солнце. Она же старенькая. Беременная ходит у нас. Красотуля, она в какой-то гадости. В какой-то ты гадости. Это что такое у тебя вообще, а? Белка. Грибы ты не ешь, да? Грибы я не ем, да. Грибы не ем. Морковку. Смотри, морковка и огурчики. Это ты, говорит, ты огурцы куда, говорит, кладешь, говорит, ты чё, говорит? В какой-то она гадости. Я чувствую. Солнце, тебя почистить надо. Старушка. А я, говорит, старушка, говорит, а чё, говорит, ну и что, говорит? Я ещё молодая духом, говорит. А это таскает. Я предлагал фундук, вот он даже грецкий не берет. Это что такое вообще? Это куда мир катится? Тоже, говорит, проголодался. Я, говорит, о чем, говорит? Я, говорит, проголодался. Сколько, говорит, можно? Две белочки. Вот так вот, да. Молодая и старенькая. Это, по-моему, мальчик у нас. Ты же мальчик у нас, по-моему, да? По-моему, говорит, да. По-твоему, мальчик, да? А по-моему, я, говорит, не знаю, кто я такой. Хорошо. Какая ты красивая, слышь? Какая у тебя мордочка, глаза большие, красивые, кругленькая, хорошенькая, толстенькая. Ты просто прелесть. Просто прелесть. А я, говорит, знаю, что я прелесть, говорит. Она, кстати, не убегает, она... Уже было так, ее голуби прогоняли, она далеко не убегает. Если я, говорит, не доел, я, говорит, не побегу никуда. Это что такое, говорит? Надеялся, что она сегодня придет. Белки голодные сегодня. Как они дружно щелкают орешки. Да, я немножко тебе подсыплю сюда. Она тоже хорошая, она тоже гладибельная, она ласковая, хорошая, белая, умница она. Вот эта вот белочка умница, мальчик. Я, говорит, мальчик, но умница все равно, говорит. Обычно бестолковые мальчики все.
Ну, это, говорит, умница. Я, говорит, умница. Пошел закапывать. Он закапывает почему-то. Недовольна. Я, говорит, недовольна. Говорит. Ходит тут всякие, говорит. А как же ты возьмешь, когда у тебя полный рот кедровых? Ты уронишь. Нет, говорит, не уроню, говорит. Я осторожно понесу, говорит. Солнце старенькое, хорошенькое, умница. Белочка, просто умница, просто хорошенькая умница, какая красивая ты, толстенькая. Че хочешь, говорит. Ну пузико, у нее пузико, она, говорит, я, говорит, беременна, а че, говорит, такие дела, говорит. Кстати, видел сегодня модель, она, по-моему, тоже беременна. Она не подходила ко мне, но рядом бегала, как всегда. Но она толстая, она толстенькая. Меня удивляет, она вот эта конкретная белка, она беременная, толстая, и бежит сюда непонятно откуда. Я, говорит, непонятно откуда бегу сюда. Издалека, беременная, говорит, это что такое, говорит, меня, говорит, носить должны. Да, солнце? Кого-то она увидела, услышала. Я тебя подкину сюда, орешков немного. О, злой ребенок идет сюда. Сейчас он прогонит белочку эту. Хорошенькую какую. Хорошенькая какая ты. Гладибельное солнце. Мальчик маленький показывает маме, как он круто ездит на самокате. И это все с криком делается. Не просто так же. Молодец, конечно. Но я за белок переживаю. Нет, говорит, побежал, говорит, я. Прячет кедряшки. Это для кого она кедряшки прячет? Не, кедряшки сейчас прячут эти. Бельчата маленькие, а небольшие не могут прятать. Им тяжело, прячут кедряшки. А почему это кедряшки прячет, это я не знаю. Вот, смотри, какая вещь. А я, говорит, не вижу эту вещь, говорит. Это что за вещь, говорит, у тебя? Что за вещь? Что за вещь? А, увидела, да? Хорошая белка вот эта вот, коричневая. Она, ну, типа ушастика, она ко всем подходит. Залазит, если надо. Голуби штурмуют кормушку птичью. Она в чем-то вымазана. Это что-то вымазано у тебя. И здесь на голове тоже. И ушки у тебя, смотри, в чем-то. Какой-то ерунде. Она вон какая молодец, дает себя немножко почистить вот так вот. А я, говорит, люблю, когда меня, говорит, чистят, говорит. Она кругленькая совсем. Это что такое, говорит? Со всех сторон, как груша. Бежит белочка. А ты помнишь, я тебе показывал орешек? А ну и что, говорит, я не помню, говорит, ничего. Красивая белочка вот эта. Мордочка красивая у ней, хорошенькая белочка какая. Я тебе все предлагаю, орех, чтобы ты взяла. А она, говорит, не хочу я, говорит, орехи брать эти. А ты не возьмешь, я, говорит, тоже не возьму. Сейчас мальчик здесь на самокате. Пронесло. Ребенок
не стал. Живу хорошая, ты подожди-ка. А это бегаю, все, я говорю, бегу. Опять показываю тебе, смотри. Гадость какая-то где-то у тебя здесь лежит. Не, вот эта белка просто замечательная, хорошенькая очень, ласковая. Слышь, ты мне этот выкинула огурчик. А если бы ты съела, было бы идеально, слышь. Поешь немножко на камеру огурчик. Нет, говорит, не буду я на камеру огурчики, говорит, есть. Это что такое, говорит, такие огурчики. А, подожди, я ж тебе этот не давал еще, грецкий. Все, все для белок буквально. Смотри, какая вещь. Тоже, говорит, не хочу. Ну что такое? И грибы не хочу, и то, и сё не хочу. Но зато она ласковая. Она ласковая, она хорошая. Она прям само спокойствие. Умница какая, умница. Раньше, кстати, здесь не так часто ходили. Я поэтому это место так и выбрал, потому что не так часто ходили здесь. А сейчас только здесь, по-моему, выходят. Больше нигде не ходят, говорит. Мы больше не ходить нигде не будем. Только здесь, говорит. Только здесь. Мешают тебе эти фрукты? Овощи, грибочки, все мешает нормально питаться беременной белке. Это сейчас тоже пришла. Может, огурчик съешь? Смотри, огурчик, какая вещь хорошая. Все, она побежала. Я, говорит, обиделась. Все, говорит. Как она скачет, интересно. Убежала. Все, убежала. Вот конкретно белка приходила перекусить. Я, говорит, перекусить пришла конкретно. И пошла по своим делам, говорит, я поскакала. Ну все.